Ряды технических работников города пополнили несколько десятков молодых специалистов. В Керченском политехническом колледже прошла защита дипломных проектов. О том, как она проходила, далее в сюжете. Оправданное волнение не помешало выпускникам политехнического колледжа достойно защитить дипломные проекты и получить квалификацию по специальности. Мы, преподавательский состав, считаем, что подготовили своих специалистов достойно. И самое главное, на практике, которая проходила накануне, и они подтвердили свои знания. И могу вам привести примеры востребованности. Сегодня не только предприятия, на которых они побывали на практике, но и даже в центре занятости сегодня пользуются выпускники политехнического колледжа спросом на трудоустройство. Защитились выпускники по 5 специальностям. Это и накладка, эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, монтаж, накладка и техническая эксплуатация промышленного оборудования по отраслям, технология машиностроения и другие. Все они входят в группу приоритетных направлений подготовки в Российской Федерации. Кстати, по окончании колледжа выпускникам предоставляется возможность трудоустроиться по профессии. В этом году мы планируем устроить все 64 выпускника. Одном из такого предприятия, которое берет большую часть на себя, это судостроительный завод «Залив». Активно с ними сотрудничаем, они к нам приходят на встречи с выпускниками в течение всего года, постоянно нас приглашают на спуск судов, закладку судов. Колледж имеет договора, порядка 10 мы в этом году заключили. Таким образом, ребята, которые только поступят на первый курс, по окончании учебы будут трудоустроены на работу к тем работодателям, с которыми колледж заключил договоры. Это говорит о том, что специальность является на перспективу, далекую даже перспективными, достаточно востребованной. Специальность приоритетная. Владимир Владимирович Путин говорил о том, что нужно ее развивать, продвигать и так дальше. Поэтому мы стараемся обучать наших студентов на высоком уровне, на высоком техническом уровне. В этом году на базе колледжа прошла Всекрымская олимпиада профессионального мастерства. Студенты специальности технология машиностроения заняли первые и вторые места в республике. Керченские ребята были награждены поездкой на Всероссийскую олимпиаду в Саратов. Студенты из Керчи показали хорошие результаты. Однако они могли быть и лучше. Техническая база, на которой обучаются технари сегодня, устарела. Большое внимание сейчас в России уделяется программированию и станкам с ЧПУ, работе на станках с ЧПУ. Но в данный момент у нас станки с ЧПУ на нашей базе старого образца, и мы до 2020 года ждем обновления нашей базы, наших станков. Выпускник колледжа Андрей Гришко на Всероссийской олимпиаде занял второе место по специальности техник-механик. Теперь уже специалист в своей профессии. Он доволен будущим трудоустройством. Когда мы выпускались при Украине, мои сотоварищи до меня, они искали свою работу, куда дальше идти работать сами. Сейчас же мы сразу после получения диплома пойдем все в составе 64 человек, пойдем на завод «Залив» работать. Время не стоит на месте. Вместе с тем улучшается и профессиональное образование студентов политехнического колледжа. Вручение дипломов и направлений на трудоустройство выпускников позволит наполнить рынок труда новыми востребованными специалистами.